вы? Ой, я вижу, кума, да ты не только яблочек-то прикупила. Вон у тебя в корзине гранат, абрикос, апельсин, банан, помидор и даже картофель. Ой, кума, послушай, что расскажу. Хожу я по базару, торгуюсь, ну, как всегда. Присматриваюсь, где лучше-то подешевле. Подхожу к одному торговцу, мужчине, приятному во всех отношениях. Яблочки у него чудо. Да, и не только яблоки. Фруктов и овощей полным-полно. Спрашиваю, почем яблоки? А он мне, вам тех или тех? А сам на апельсины, бананы, гранаты показывает. Ха! А еще чуднее, на картошку. А ты-то, Степановна, ты-то что ему в ответ? Так я ему говорю, мил человек, яблок мне, понимаешь? А он мне, так все, что я перечислил, и есть яблоки.